Привет всем, ребята, спасибо, что смотрите. В этом видео поговорим про 25 копеек английский чекан. Я уже в некоторых видео рассказывал про данную версию чекана. Связано с тем, что перепутали в момент изготовления штемпелей, перепутали и создали немножко неправильный формат. Это в Англии производились. И непосредственно вот эти вот пробные монеты чеканились уже не в Англии, а у нас на станкостроительном заводе. Тиражи этих монет точно никому не известны, потому что они считаются пробными монетами. И в данный момент, вот сейчас мы видим в 2018 год, конец года, повышение цен на вообще на всю обиходную мелочь Украины, да. Но сейчас конкретно вот можем посмотреть недавний проход за 21 число английского чекана в хорошем состоянии. На самом деле, я считаю, что, конечно, каждый нумизмат Украины захочет себе иметь вот такие вот интересные, раритетные 25 копеек, есть 50 и 10, вот такой вот набор. И, конечно, с течением времени только-только будут набирать стоимость такие монеты, потому что они были действительно пробные, редкие. И вот мы видим, какие проходы. Думаю, конечно же, с каждым разом все дороже-дороже они будут становиться. Конечно, от состояния зависит. Пробуйте искать что-то интересное у людей, у которых есть старые копилки. В следующем видео я покажу вам монеты, которые я раздобыл в копилке. Очень интересные. Там будут раритетные гривны. Так что, если хотели бы посмотреть это видео, где я покажу вам очень старую копилку, которую я приобрел у водителя троллейбуса, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, и вы увидите настоящую копилку с интересными монетами. Всем спасибо, хорошего вечера, пока!